Краткое содержание рассказа Александра Ивановича Куприна «Белый пудель». По Крыму путешествует бродячая труппа цирковых артистов. Старый шарманщик Мартын Ладышкин, юный акробат Сережа и большой белый пудель Арто. Они ходят по богатым дачам и показывают свои нехитрые номера. Скудного заработка им хватает только на пропитание. В один из дней героям не удается заработать и гроша. Циркачи очень надеются получить неплохую выручку на даче «Дружба», где отдыхает богатое знатное семейство. Неожиданно им навстречу выбегает с громкими криками мальчик, хозяйский сын. Он отказывается принимать лекарства, и слуги не знают, как его унять. Мальчик замечает артистов, и их приглашают на дачу для выступления. Маленькому Борчуку очень нравится умный пес Арто. Он требует собаку себе. Родители предлагают артистам баснословную сумму за пса, но те отказываются продавать верного друга. В результате циркачей прогоняют со двора, не заплатив им за выступление. Вечером их находит хозяйский дворник и вновь предлагает деньги за пуделя. Артисты отказываются. Без Арто они не смогут выступать и зарабатывать себе на хлеб. Ночью дворник крадет пуделя. Шарманщик не может обратиться в полицию из-за фальшивого паспорта. Тогда Сережа отправляется к злополучной даче и выручает Арто из западни. Друзья возвращаются к Мартыну и крепко засыпают.